Проблемы, возникшие из-за повышенного внимания к украинским товарам, накануне обсудили в телефонном разговоре Виктор Янукович и Владимир Путин. Кроме того, вчера в Москву летала правительственная делегация Украины во главе с вице-премьером Юрием Бойко. Именно там удалось договориться о смягчении контроля товаров, ввозимых в Россию по железной дороге. На понедельник намечена еще одна встреча между руководителями таможенных служб. Так что, по мнению Юрия Бойко, все оставшиеся недоразумения будут устранены уже на следующей неделе. Була вчора розмова президента нашої країни з президентом Росії стосовно цього. Результатом є те, що російська таможня буде сприяти більш в такому пільговому режиму роботи підприємств. І у всякому разі по залізниці багато проблем буде знято найближчим часом стосовно фур і вантажу, які перевозяться автомобільним транспортом, то переговори будуть наступного тижня.